понедельник. Он простой ботаник, у которого все еще нет ни жены, ни девушки. Мы с Аркадием Семеновичем решили купить загородный дом. А где же я буду жить? Ну, конечно, с нами. Если мой сын женится, я прыгну с парашютом. Но перспектива поселиться с матерью гораздо хуже холостой жизни. Ты что, ты решил жениться, что ли? Мне нужно матери предъявить хоть какую-нибудь невесту. Все. Что же делать, если не знаешь, как найти для себя жену? Константин, вы нам не рассказали, кто вы по профессии? Учитель биологии. Лена, нам пора. Время истекает, а поиск подходящей супруги оказался намного сложнее. Ему сейчас как можно скорее необходимо жениться. Вы мне делаете предложение? Я? Да. 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 Александр Олешко и Максим Виторган в многосерийном фильме «Весеннее обострение». Понедельник на ТВ Рус.